Всем привет, друзья! Сейчас находимся на побережье Севастопольской бухты, микрорайон Радиогорка, и смотрим, идет парусное учебное судно «Херсонес». Глянем поближе. С поднятыми парусами, такими вот алыми, красивыми, идет как раз сейчас напротив центра Севастополя. Сзади Приморский бульвар видим. Красиво. Извиняюсь, если вдруг шум в кадре. Это снова ветер с моря сейчас идет. Такая красота. Вот самый центр Севастополя. Памятник затопленным кораблям сейчас видим в центре. Выше его здание правительства Севастополя. И еще чуть выше и правее Владимирский собор. Усыпальница адмиралов. Ну и вот, это все самый центр города федерального значения Севастополь. Там и Приморский бульвар. Вот сейчас дальше смотрим арт-бухта посредине кадра. Дальше мыс Хрустальный. Как раз парусное судно «Херсонес» проходит на его фоне. Приближается к памятнику солдату и матросу. А сзади парусника «Стелла». Ну и вот смотрим. Там дальше видно Херсонес, Владимирский собор. Вот он сейчас в середине кадра. Любуемся. Ну, а вот эта бухта Бутюшенко называется, часть Севастопольской бухты, побережье Радиогорки. Вот катер, который ходит на Радиогорку, причал там. И вот видим Михайловскую батарею времен Крымской войны. Сейчас это музей. Ну а здесь такое побережье. Неофициальный пляж. Местные купаются в основном. Но мы же сейчас наблюдаем за парусным судном «Херсонес». Красота. Особенно вот эти поднятые алые паруса. На заднем плане сейчас видим краны. Это мыс Хрустальный. Там возводят в том числе театр оперы и балета севастопольский. И еще сооружения. Сейчас не вспомню, какие именно, но там целый комплекс возводится. Погодка сегодня солнечная, ночью уже, конечно, свежо, прохладно, днем, когда нет ветра, вполне себе еще жарко. Сейчас дует ветерок, но он такой свежий. Я бы не сказал бы, что он прямо теплый, такой прохладненький даже слегка. Но на улице вполне более-менее днем тепло, еще народ купается, загорает, все это еще пока можно делать. Не очень быстро идет парусное судно «Херсонес» на выход из бухты Севастопольской. Дает нам возможность за ним понаблюдать. Ну и заодно за окрестностями. Сейчас пока посмотрим еще. Дальше вот видим, военные корабли стоят. Черноморского флота. Туда идет южная бухта Севастополя. В конце ее находится автовокзал и железнодорожный вокзал Севастополя. Сейчас дальше смотрим. Видим здание с красной крышей. Это филиал МГУ. На переднем плане видим портовые краны. Там Севастопольский морской завод. И дальше вот видим холм. Сейчас посредине кадра. Это Малахов курган. Небольшие волночки есть в бухте. Возможно, в открытом море где-нибудь на Учкуевке сейчас посильнее волнение моря. А так
в бухте вполне себе нормально. Потихонечку идет Херсонес. Полюбовались мы им. Смотрим, будет он выходить из бухты. Он, скорее всего, будет, раз пошел туда, в ту сторону. Значит, выходит. Дождемся уже тогда его выхода. Конечно, уже не так хорошо видно. Сейчас приходится на приближение смотреть. Вот, как раз правее его видим Владимирский собор. Херсонесе. В Севастополе два Владимирских собора, один на городском холме. Вот, смотрели его. Сейчас мы посредине кадра видим купол. И второй вот в Херсонесе. Херсконесский Владимирский собор. Все практически сейчас будет выходить из Севастопольской бухты, скроется за мысом. Все, будет заходить. Ну что же, дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем здоровья и счастья!